«Россия» и студия «Позитив» представляют. Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Городок». Так, ну все, ребят, до завтра. Завтра продолжим. Это вы у нас тут учитель по-русскому? Не учитель по-русскому, а учитель русского языка. Да, это я. В каком классе ваш ребенок? Мой балбес на втором курсе в Оксфорде. Крутиков, начальник. Не будем афишировать чего. Сейчас пошла такая линия, что мне надо быстренько выучиться очень грамотно говорить по-русски. Очень. Быстренько не получится. Ну, время-то у меня есть. Почти час. Так что давайте кратко, сжато, так сказать, самую суть, как будто пишете за меня докладную записку. За час я не успею. С этого вы не переживайте. У меня все успевают, ясно? Вы учились на учителя, а я на руководителя. Городок. Кто на что учился? Значит так. Руководство озвучило такую мысль. Кто себя позиционирует как начальника, должен уметь очень грамотно писать и говорить. Ну, так и правильно. Я вот когда слышу вот это ваше озвучить позиционирование... Как ножом по стеклу. Ну, что это? Да они сами-то. Ну зачем начальнику уметь писать? Ну, начальник должен уметь подписывать. На что мне учиться? Как это на что? На что учиться? А на что учится ваш сын? Ну, на что учится мой сын, я как раз знаю. Мой сын учится на мои бабки. Одиночка. Одно. Ну-с, коллеги, прежде чем сюда войдет следующий абитуриент, я вам напоминаю, что его фамилия Зюкин. Зюкин. Всем понятно, да? Это сын того самого Зюкина. И одного этого достаточно для того, чтобы понять, что он просто генетический талант. Я считаю, что мы должны гордиться, что сын такого человека будет учиться в нашем театральном училище. Я думаю, все со мной согласны. Ну, что тут обсуждать? Да. Действительно, что тут? Ну, следующий, заходите, пожалуйста. Проходите, проходите. Смелее. Что вы нам будете читать? Стихи. Стихи. Стихи про елочку. Про елочку. Ну что ж, стихи про елочку. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Зимой и летом стройною. Зеленую была. Все. А, все? Ну, все, ну, все, ну, все. Ну, замечательно. Замечательно. Очень хорошо. Вы зачислены. Можете идти.
Опа. Что значит можете идти? А подарок? Подарок! Папа! 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 Одну секундочку. Одну секундочку. Ну, давайте начнем с падежов. Это моя геркулесова пята. Не геркулесова, а ахиллесова. И не с падежов, а с падежей. Знаете что, давайте-ка мы лучше с вами для начала вспомним ударение. Что? Вот это у вас что? Вы что думаете, что я скажу? Портфель. У меня, между прочим, высшее образование. Кстати, куда мы его положим? А, тогда знаете что? Давайте-ка мы с вами начнем с букв. Так, больной Кузин. А почему вы все еще здесь? Я же вас вчера выписал. Никуда я не пойду, пока не вылечит. Вы поймите, ну это возраст. Ну как вам объяснить? Это годы уже. Ну не нужна вам операция. Я домой не пойду. Операция мне нужна. А у вас хорошего хирурга нету. А давайте мы вас переведем в пятую больницу, к Иванову. Прекрасный хирург. В пятую? Вы хотите меня перевести в пятую? А я в пятую не пойду. Там кухня плохая. Кухня. А давайте в седьмую, к Ручкину. Замечательный специалист. В седьмую? Да там по 10 человек в палате. Так, все, решено. Значит, вас прооперирует Ляпин. Он вообще хирург от Бога. Откуда? От Бога. Это ж куда вы хотите меня перевести? Все, выписывайте. Срочно домой. Ну что, портфель положили, вперед. Мне тут докладали, что у нас рожаемость так упала в стране, что... Чего у нас упала? Рожаемость. Да-да. В школах скоро учить будет некого. А вас это волнует, да? Меня? Да. Да лично мне это вообще до лампочки. Лично. Но как руководителя, конечно, да. Ну, типа я чуткий. Типа я заботливый. Вот у вас, кстати, у вас в школе, вот как с молодежью? Вот достаточно молодежи? Вот. Молодежи? Молодежи. Молодежи навалом. Вот, это хорошо. Молодежи мало. О. Да-да. Разрешите, Федор Степанович? Заходите, дорогой мой человек. Заходите, дружище. Рад вас видеть, рад вас. Ну, смелее, 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 мой дорогой. Как? Я слышал, внучечка у вас заболела. Как она? Все, уже выздоровела. Ну, слава Богу. Уже здоровенькая? Да. Маленькие детки, маленькие бедки. Да. А сами вы как? Вообще как? Настроение как? Здоровье? Как вы? Ну, вот сейчас вот прекрасно. Ну, слава Богу. Все благодаря вам, Федор Степанович. Да бросьте вы. Я, честно говоря, знаете, раньше к вам без валидола не заходил. Ну, все время крики, угрозы. А сейчас? А сейчас, знаете, прям как к отцу родному. Вот. А все почему? Потому что я курсы прошел для руководителей. Слушайте, у нас там психолог был, потрясающий дядька. Так что он объяснил? Он объяснил, что в рабочем коллективе важен теплый, задушевный климат. С подчиненными нужно быть вежливым, внимательным и добрым. Вот так. А золотые слова? Конечно. А зачем вы меня вызывали? Да, в общем-то, не зачем. Ради бога, извините, что я вас задерживаю. Вам сейчас нужно срочно идти. Срочно, потому что надо идти вам.
куда идти? Да куда хотите, родной мой человек. Потому что вы уволены. Да. И поскольку я вам официально сообщил об этом, и вы с этой секунды уже не являетесь моим подчиненным, я могу добавить. Куда хочешь, иди ты, старый козел! Понял? Рожу твою, вот эту вот усатую! Я ее видеть не могу, эту харю шамкающую! Пошел вон отсюда! Матери на белом катере! Не смотреть мне в глаза! Скотина ты! А как же? Слушай, вот как полегчало, вот... Фух, сразу, как камень с сердца упал. И как-то так на душе стало сразу тепло, светло, все прояснилось сразу. Если б ты знал, какой же это тяжкий крест наступать на горло собственному мату. Пошел ты вон! Наречие в сравнительной степени. Видите, ну давайте вот это. Я вот думаю, откуда у вас такая примитивная речь? Ну, правда, вот откуда? Что вы так плохо учились в школе? Не знаю, может, вы книжек не читали? Что не ходили в театр, в кино? Да ну что вы, да, какое там кино? Кино. В детстве я мечтал только о том, чтобы сесть на поезд и свалить куда-нибудь. Потом я мечтал сесть на собственную яхту. Потом я мечтал сесть на собственный самолет. И только вот теперь я понял, что главное в жизни не это. А что главное для вас, это просто не сесть. Кино. Художественный фильм «Вокзал», «Вагон», «Вокзал», «Купе» для двоих. Вы ко мне? А? Берите, пожалуйста. Слушай, друг, я слышал, купе теперь бывают мужские и женские, да? Ну да, в поездах дальнего следования. У меня в вагоне тоже есть. А что? Слушай, двое суток мне трястись. Скучно? Может, поселишь меня в женское купе, а? Если бы там человечек был поинтереснее. Ну... А я тебе дам 1000 рублей. Одну? Целую 1000 рублей. Ну, ладно. Идите в 6-е купе. Только чтобы потом никакого шума. Что ты? Мною еще никогда никто не был недоволен. А там уже есть... Ну, обижаете? Слушай, друг, там купе, темно, и на меня сразу какой-то мужик набросился. Я еле отбился. Я ж тебя просил в женское купе. Слушай, ты что думаешь, что ты один такой? Человек тоже попросился в женское купе. Так что вы теперь сами решаете, кто там мужчина, а кто женщина. Друг, поехали. Друг, я тебя прошу. Я умоляю тебя, друг. Дай мне, я тебе еще 1000 дам. Дай мне другое купе. Я прошу. Да, интересно. Это... Знаменитые выпускники прошлых лет. Это? Да. Ну, в общем, да, выпускники. Только, к сожалению, не нашей школы. Это выдающиеся люди, знаменитые писатели. Это Антон Павлович Чехов, это Грибоедов, Гоголь. А этого я помню. Да? Да, Карл Маркс. Давно я не видел Карла Маркса. В каком смысле... давно не видели. Ну, в смысле, что он за это время как-то сильно изменился. Как-то очень быстро постарел. Да.
Жизнь замечательных людей. Создатели первого русского паровоза, отец и сын Черепановы, щелкали технические проблемы, как семечки. Жаль только, что проблем у нас всегда было больше, чем семечек. Я что подумал, сынок? Будем мы с тобой изобретать. Хорошо. Что изобретать-то? А изобретать мы с тобой будем самодвижущуюся повозку. А как это? Самодвижущуюся? В кого ты такой тупой? Самодвижущуюся — это значит движущуюся без лошадей. Ясно. А зачем без лошадей-то? Ну как это зачем? Затем, что это прогресс. Понятно. А что такое прогресс-то? Прогресс, сынок, это... Ну как тебе объяснить? Ну это когда... Когда лучше, чем было. Ну что ты пристал ко мне? В общем, будем изобретать повозку без лошадей, потому что лошадей я пропил. Понятно? А сапоги, одежду и дом, как в прошлый раз, ты не пропил? Нет, это нет. Тогда да. Тогда это прогресс. Вы знаете, поскольку положение значительно хуже, чем я предполагал, я вам дам несколько книг. А вы их почитаете, хорошо? Нет, ну не надо. Что, я вообще считаю, что кто учился руководить, тот должен руководить. А вот кто учился читать, тот должен читать. А не с картинками? С картинками? С интересными? Очень. А там ничего неприличного нет? Нет, нету, спаси Бог. Ну, тогда спасибо. Вернисаж. А, вот же! Это что такое? Матрос Джексон, якорь тебе в глотку. Где тебя носит? Сэр. Сэр Джексон. Матрос Джексон. Despite of terrible gale. Несмотря на сильную качку, на вахту прибыл. Когда прибыл? Твоя вахта началась час назад. Посмотри на часы, свинья. Что ты видишь? What I see? Что я вижу? A moment, sir. Один момент, сэр. What I see? Что я вижу? Oh, certainly, sir. О, сэр, конечно. The land. Земля. The land, sir. Земля, сэр. Художник Рембрандт. Вижу землю. Закончили? Сейчас. Ну, вы мне задачки вообще задаете, слушайте. Кто первым привил мне любовь к русскому языку? Ну, вот если вы про первую любовь просто, вот тут бы я бы вам, ох бы я. Закончили? Да. Так. Первую любовь к русскому языку мне привела бабушка. Да. Она перед сном читала мне сказки, чтобы я быстрее заснул. Ну вот же, в душе осталось что-то подлинное, настоящее, исконное. Ну вот же, впитанное с молоком бабушки. Но я больше любил, когда меня укладывал дедушка. Он, чтобы я быстрее засыпал, не читал эту ерунду, а просто наливал мне стакан пива.
сказка про мальчиша Кибальчиша и правда про мальчиша Плохиша. А ты что тут делаешь? Я. Ну давай отсюда. Я греюсь, я тут, товарищ. Товарищи, не дайте замерзнуть ветерану. Свободы, свободы. Спасибо, товарищ. Боже мой, неужели мальчиш плохиш? Нет! Это я! А вы кто такой? Чего не узнал? Присмотрись. Да! Неужели мальчишки-мальчиш? Узнал, предатель. А помнишь, как ты меня и наше дело проклятым буржуинам за бочку варенья и пачку печенья предал? Ой, что вспоминать-то, что вспоминать? Давно кончилось и то варенье, и то печенье. Ой, и те буржуины. Ой, а ты-то как? Я думал, что тебя от того... Я никого за варенье не предавал. Ну ты что, книжку не читал? Нет! Ну как же? Летят самолеты! Привет, мальчишу! Плывут пароходы! Привет, мальчишу! Как так? Почему? Да потому что это мои пароходы и мои самолеты. Понял? Продешевил ты, парень. А ну, шел отсюда. Товарищ да мальчиш! Товарищ мальчиш! Пошел! Предатель! Фу. Теперь, да ну хватит, все, ну все. Все, теперь. Мне сейчас делегацию из Азербайджана принимать. Из Азербайджана? Я так и сказал, Азербайджана. Вообще, у меня столько работы сегодня, я на новую должность перешел, так что давайте завтра вы ко мне приходите, позанимаемся. Я вас от школьных занятий освобождаю. Все. Ну, как-то вы меня освобождаете. Слушайте, я руководитель такого масштаба. Я что, не могу какого-то учителя к себе вызвать, что ли? И вообще, я вам говорил, каждый занимается тем, на что, извините, учился. Я учился руководить. Так что попрошу завтра сранья ко мне. Самого сранья. Я вас понял. То есть, извините, я вас понял. И очень хорошо, что вы меня поняли. Да, и еще, вы поймите, вопрос сугубо личный. Я своим служебным положением пользоваться не собираюсь. Все услуги будут оплачены лично мною. Лично выпишу премию из школьного бюджета. Ну-с. Где у вас тут кабинет географии? Мне еще глобус-то там выучить.